Лучшие фильмы снимают на основе реальных событий. Хочу рассказать притчу, основанную на реальных событиях. Вот жил один бедный крестьянин, большую семью и много детей. Очень плохо жили, плохо питались, плохо одевались. Домик был старенький, крыша протекала, когда шел дождь. И единственное занятие этого крестьянина было пойти вдоль дороги по направлению к городу, собрать немножко хвороста и на базаре его продать. Хворост был дешевый. Крестьянин ходил каждый день, собирал хвороста столько, сколько мог отнести. Шел в город, продавал, покупал. Немного хлеба, немного молока для детей. Может быть, какие-то вещи недорогие, поношенные. И возвращался домой. И вот однажды, он очень много так времени потратил на сбор хвороста, по дороге шел старик и обратился к нему. Что ты, человек, делаешь? Почему ты постоянно собираешь хворост и зарабатываешь так мало денег? Ты бы зашел немного глубже в лес и, может быть, встретил какое-нибудь дорогостоящее дерево и немного поправил свое материальное положение. Крестьянин на следующий день последовал совету мудреца и сделал. Зашел немного-немного глубже в лес и увидел сандаловое дерево. Это была дорогая древесина. Он спилил его. Дерево было большое. Он не смог забрать сразу всю древесину и продать. И так он ходил несколько дней подряд. Брал эту древесину, относил на рынок, продавал, получал побольше денег, делал лучше покупки и возвращался в семью. И так прошло некоторое время. Он еще нашел какое-то сандаловое дерево. И через некоторое время задумался, не пойти ли мне глубже в лес. Он так и сделал. Зашел еще глубже в лес и увидел серебро. Вот такие вот, прямо на поверхности лежали руда серебра. Прямо на поверхности. Это чудо. Он собрал немного этой руды серебра, понес на рынок, продал, и это были для него вообще очень большие деньги. И он купил хорошей еды, хорошей одежды для семьи. И так ходил чуть-чуть глубже в лес после сандалового дерева на рудники этого серебра. И стал себя чувствовать очень хорошо. И думал, что уже достаточно для него. Ну, в какой-то момент он подумал, ну, не пойти ли бы мне еще глубже в лес. И когда он пошел еще глубже в лес, он нашел ручеек, в котором лежали прямо такие камешки золотые. Прямо такая золотая руда. И он стал собирать золото, носить на рынок и продавать его там. И через некоторое время он пошел еще глубже в лес и нашел... Вы себе не поверите, не представите, что он нашел. Он нашел такую фиолетовую, да, сиреневую трубку, в которой были алмазы. Они так растут, алмазы, или находятся алмазы, я знаю, в каких сиреневых или фиолетовых трубках алмазных. И вот он уже стал находить алмазы и носить их, продавать. И совершенно хорошо стал себя чувствовать в финансах. Разбогател. И семья его стала хорошо себя чувствовать. Хорошо кушать, хорошо одеваться. Построили новый домик. А смысл этой притчи в том. Люди, не останавливайтесь на достигнутом. Идите глубже в лес. Достигайте. Стремитесь,
Дерзайте, прилагайте усилия для того, чтобы достичь большего.